Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И, ребята, мы продолжаем нашу рубрику по поводу, как бы, строения, да, домов. Ребята, поставил я текстер-пак в другой, как бы, специально для строения, но я не всегда его буду использовать. А еще, плюс к тому... Ладно. Плюс к тому, ребята, не забываем выставлять свои постройки в группе ВКонтакте. Ссылочка в описании на специальную тему. Или можете просто-напросто выставлять их свои, как бы, их скриншот, фотографии, да, в специальной теме, в специальном альбоме, да. Ну, ребята, вот этот... ребята, дом, который мы будем строить, это, можно сказать, дом в стиле модерн, да. И я специально поставил вот этот текстер-пак, потому что он, как бы, более сочетается с этим. Ну вот, например, вот этот дом, мне кажется, он более все так лучше без текстер-пака. Хотя, ребята, даже охренеть. С ним, походу, даже красивее, мне кажется. Мне нравится. А я думал... Ладно, с этим текстер-паком даже прикольнее, мне так кажется. Но вот этот дом только с ним, как бы, будет нормально так смотреться. Если без него, то... как это сказать? Без текстер-пака он не так будет красиво смотреться. Ребята, этот дом полностью состоит из кварца и вот этой... как его? Глины, да? Поэтому, ребята, давайте хотя бы сначала начнем его строить. Так. Ставим один блок. Вот так. Отлично. Вот поставили один блок. Отсюда отступаем вправо. 1, 2. Ну, как бы не отступаем, а ставим. 1, 2, 3, 4, 5. Так. И вот сюда тоже. 1, 2, 3, 4, 5. То есть так у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. И так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если без этого блока, то так, 5 и 5. Да. Теперь отступаем 4 блока. 1, 2, 3, 4. И ставим, и делаем точно так же, как там. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так, ребята. Отлично. Сейчас ставим вот сюда. Вот так, 1, 2, 3. Сейчас, 1, 2, 3, 4. Вот так. 1, 2, 3, 4. Еще раз, 1, 2, 3, 4. И 1, 2, 3, 4. 4 блока вот так. И 4 слоя вот так вверх. Да. Сейчас ставим точно так же. С этой стороны. Да. Ребята, вот этот дом полностью состоит с кварца, с глины, поэтому, ребята, это, можно сказать, не начальный дом, а если это, можно сказать, уже дом для таких, которые уже, как бы, очень развинуты на серии, да, и уже нету куда им девать ресурсы, и хотите какой-то дом построить, да. Ребята, тут ставим еще один такой слой, как бы, в длину, ну, вот так. Уширяем, да. Потом идем вверх вот так. 1, 2 и 1, 2. Два слоя. И потом делаем вот такое окошечко. Вот так. И вот тут соединяем. И тут точно так же делаем вот такой слой. Вот так. И вот тут тоже вот так. И вот тут соединяем. Сейчас, ребята, ставим опять же так 4 блока. Как тут. И вот тут тоже 4 блока. Отлично. Тут мы можем, в принципе, ребята, поставить вот так, убрать один слой и поставить ступенечки. Вот так. Отлично. Вот так. Вот как оно уже у нас со стороны смотрится. Сейчас, ребята, мы будем использовать... Можно использовать, в принципе... вот, лед мы будем вот так использовать вместо окон. Но можно, в принципе, использовать и окна, и вот так. Но я думаю, вот с этим более-менее так сочетается. Вот, прикольно уже так смотрится. Да. Сейчас, ребята... Извиняюсь. Сейчас. Давайте, в принципе, уже вот тут. Тут... Ребята, тут нужно еще на один слой поднять. И вот тут также.
Отлично. Тут мы делаем крышу. Отлично. И тут точно так же. Крышу. Сейчас. Да, тут точно так же. И вот тут сверху соединяем вот эти два блока, которые сверху. И вот с этой стороны точно так же. Сейчас. Вот так. Отлично. Вот так у нас уже получается, ребята. Прикольно. Тут сверху делаем вот так. Вот так один блок отступаем. И вот так вот это соединяем. И ставим сюда, ребята, землю, чтобы было красиво. Можно, в принципе, тут балкон сделать. Можно сверху еще отдельную комнату сделать. Это, ребята, по вашему усмотрению. Но это делаем, как бы это дом в стиле модерн. Поэтому тут должно быть просто-напросто куча всяких украшений и вот этого всего. Поэтому, ребята, тут мы делаем вот такую траву, чтобы было, можно сказать, украшение. Вот так. В принципе, уже прикольно так смотрится. Отлично, ребята. Сейчас заходим в дом, ну, как бы... Вот сюда, тут мы все, ребята, вот это очищаем. Как бы у нас будет такой небольшой спуск. Сейчас я, может, немного еще тише сделаю, то... Вот так, я думаю, нормально. Вот так делаем. Тут мы делаем вот так. Вот это, чтобы не было вот такого, да. Вот так, отлично. Тут, ребята, еще вот так и вот так. Блок, который в этом текстурпаке просто офигенный, вот этот, Cracked Stone Bricks. Вот тут он выглядит просто нереально. Ну, вот так, красиво, мне кажется, да. Сами, бросаем мы его вот сюда, вот так. И с этой стороны тоже вот так. То есть вот так у нас должно быть. И сейчас сделаем такую стеночку. А, тут мы еще забыли. Ну, как бы, не поставили, да? И вот тут тоже вот так, отлично. Сейчас вот еще немного так вперед. Сейчас, ребята, сделаем мы пол хотя бы какой-то, да, чтобы был пол. Сделаем мы светлой древесины, то есть березовой, да, это вроде да. Сделаем мы с нее вот так, отлично. Тут тоже, в принципе, можно. Потом, если что, уберем. Сейчас, ребята, тут можно поставить как-то вот так и вот так, чтобы было. Да. Тут можно еще лед поставить. Сейчас, давайте вот это так сделаем. Тут стеночку. Тут тоже так можно. Тут тоже. Чтобы уже какая-нибудь стеночка была. Вот так. Тут можно вот так. То есть, как бы полностью мы стенку поставили, а тут как бы вот так, украшение, можно сказать. Сейчас я включу день, а то ночью, в принципе, это и текстурпак такой, и шейдеры такие, что, в принципе, фиг ночью видно. Тут можно еще вот так сделать. Вот так вот. Такой у нас вход получается. В принципе, уже нормально, так мне кажется. Двери у нас вот тут. Ага. Вот какие красивые двери. Сейчас, давайте, может, их вот как-то вот так поставим. Вот так, отлично, ребята. Нет. Вот тут. Да, ну, а ну, сейчас, они вообще как-то не так открываются. Ну да, в принципе, нормально, ребята. Вот такие двери. Сюда не будем ставить. Отлично. Сейчас, ребята, вот такой у нас уже вход получается. Я думаю, все понятно, как тут и что строить. Ой, тут я не то поставил, не те блоки. Ага. Тут мы делаем тоже вот так. Тут мы тоже делаем. Тут у нас или комнатка будет, или еще что-то. Очищаем всю территорию. Так. Тут, ребята, мы ломаем вот эти три блока и ставим вот сюда. Даже не три, а четыре можно. Нет, три. Пускай будут три. Тут точно так же и ставим вот, чтобы был такой небольшой пропуск. Сейчас лом... Нет, что-то я уже нахимичил, ребята. А,
Чё-то я уже нахимичил. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Сейчас мы разберемся, ребята. Вот тут я не знаю. Походу все так должно быть, но... Ладно, давайте вот тут это закроем, тут сделаем пропуск. Да, вот так, ребята. Тут нужно один блок отступить. И тут сделать вот такое. Ага. Как-то вот так, ребята. Как я понял. Да. Как-то вот так. Сейчас. Вот тут я, если честно, немного забыл. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. Да, тут, в принципе, все нормально. Вот стеночку я, в принципе, не знаю, нормально ли я сделал, или вот тут ее нужно было сделать. Ну, хотя, если вот тут, то вообще не будет места в доме, да, и будет немного хреново. Ладно, пускай будет вот тут, вот так, один блок отступим, ну, как бы вот тут сделаем, да, вот это. Ага, ну пускай будет вот так, да. Тут мы вот так сделаем. И тут пока что вот так возьмем, закроем, да и все. А сделаем вот тут, да, чтобы было вот так. Сейчас, ребята, тут сделаем вот тоже какой-то такой вход. Нет, тут давайте все-таки закроем, чтобы потом разберемся, если что. Да. Сейчас, ребята, тут отступаем вот так. Вот тут один блок и делаем вот так. Как-то вот так. Тут у нас три блока должно быть. Сейчас. Тут тоже так поднимем. На такой же уровень, как вот это. Тут у нас три блока, ребята, должно быть. Вот, давайте еще поднимем. Вот так. Тут, сейчас. Давайте уже тогда симметрично сделаем с этой стороны. Три. Три. Ай, там у нас вот так. Тут тоже симметрично, как с той же стороны. Еще на один, да? Да, вот так. Сейчас, ребята, тут мы поставим лед, окошко. Вот так вот, отлично. И вот тут давайте тоже, наверное, вот так до конца продлим. То есть стеночка у нас такая получится. Потом, если что, разберемся, что не так. Тут тоже вот так. Угу. Или вот что я думаю, ребята. Может вот так, а может давайте вот тут сделаем. Да, вот так, ребята, вспомнил наконец-то. Походу как-то вот так. Отлично. Тут у нас тоже так получается. То есть вот так, ребята, отлично. Ага, так, сейчас вот тут я не знаю, тут походу как-то я слишком уже завысил окно, ребята. Сейчас мы посмотрим. Окно или тут должно быть. Вот это я не помню. 1, 2. Тут у нас 1, 2. Нет, все-таки, ребята, на одно ниже. Вот тут. Вот тут. Отлично, вот так. Это у нас, можно сказать, ванная будет или что-то такое. Я интерьер дома, наверное, ребята, не буду делать. Оставлю это вам, если захотите, можете сами построить, посмотреть, как это будет. Тут мы делаем вот так. Потолок у нас высотой 3. 1, 2, 3. Тут у нас сколько? Да, тут тоже 3, значит и тут тоже 3. Отлично. Вот такая у нас комнатка получилась. Давайте еще раз пропишем день. Ну, чтобы сначала как бы день начался, да? Отлично. Вот такой у нас уже домик, в принципе, получается сверху. Ага. Так, сейчас, ребята, тут мы давайте тоже вот так продлим. Вот так. И с этой стороны точно так же сделаем. Вот так. Где у нас тут? Там у нас три блока, да? 1, 2, 3. То есть вот тут у нас. Тут у нас. Вот так получается, ребята. Да. Тут мы не будем вот эту стену закрывать. Пока что не будем. Ага. Так. Давайте вот тут сделаем вот так.
Как-то. Вот. Так пускай как-то будет. Да. Я вообще правильно. Ну да, пускай как-то вот так будет, ребята. Сейчас, блин, тут я не знаю, тут я думаю, может тоже сделать какую-то вот так, например. Чтобы тоже какой-то дизайн был. Вот так. И возьмем мы полублоки. И поставим их вот так. Да, в принципе, вот так, ребята. Тут тоже вот так сделаем. Отлично. И вот так. Пускай оно тоже тут вот так будет. Уже прикольно. Да, нормально. Я думаю, пускай так будет. Или вот что я еще хочу попробовать. Или может вот тут. А вот тут мы еще поставим вот так. Чтобы было симметрично и тут. Да, я думаю, можно вот так, ребята. Так будет более-менее симметрично. Ай, сейчас. Вот, не, да, да, я прав. я запутался. Вот тут, да. Так. Отлично, ребята. Вот такой у нас уже, в принципе, домик, да и получается. Капут. Долго его строить, конечно же, но... Ладно. Тут мы делаем точно так же, как с этой стороны, ребята. Вот точно так же. Сколько там нужно? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот так вот. И, в принципе, точно так же. Можно сказать, дом полностью симметричный, как спереди, так сзади, и так и со всех сторон. Но, в принципе, простенький, можно сказать, такой домик. Ну, хотя как простенький. Так, тут точно... Так, сейчас. Вот тут точно так делаем. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Отлично. Тут точно так же, ребята. Вот это все мы делаем. Да, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот так. Отлично. Тут мы тоже такую стеночку. На один блок выше. Отлично. Тут... Мы, ребята, ставим вот этот Cracked Stone Bricks. Вот сюда. Нет, вот сюда можно. Вот так вот. Отлично. Сейчас. Сейчас, ребята, это нужно все вычистить. Вот эту всю землю. Вот так. Тут мы, ребята, возьмем ступенечки. Только вот не вот эти, а давайте те, что вот эти. Да, вот эти. Возьмем, поставим их вот так. И еще на один, как бы, блок спустимся пониже. Вот так. Отлично, ребят. Сейчас давайте вот это все поставим, чтобы было красивенько. Чтобы не было, в принципе, земли, да, видно. А вот это мы все так ставим. О, тут мы еще же забыли. Вот тут. Тут у нас что? Где он? Вот он. Отлично. Тут тоже вот он. Тут у нас глина. Вот так. Отлично. И вот туда. Вот так. И тут у нас пол. Пол. А, вот тут еще. И пол. Действительно, ребят, дом, ну, в принципе, его не так уж и сложно строить, да, но на него нормально так и ресурсов нужно, так как, в принципе, сам кварц, да, как, не очень таки легко добывается, мне кажется. Ну, потом, может, уже, да, когда в ад там сходишь, да, но... Сама суть, что, как бы, кварц, да. И глина темная или какая-то, ну такая, серая, можно сказать. Темная это другая немного. Так. Вот так, ребята, у нас получилось. Давайте опять утро поставим. Сейчас.
Сейчас, ребята, что нам нужно сделать? Хм. Если бы я помнил. Ладно, давайте как-то вот тут. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, да. Вот тут на два блока так сделаем. Сейчас возьмем мы... Где они? Вот ступеньки с кварца. И вот так поднимем. Сейчас мы... Вот тут на один у нас будет, а вот тут на два у нас будет. Сейчас. Вот так, то есть у нас тут такие ступенечки будут, а тут уже двое ступенечек. Вот так будет. Да, вот тут у нас будет. Вот так, отлично. Угу. Сейчас тут сделаем... Тут мы, ребята, сделаем, походу... Вот тут давайте тоже вот так сделаем, как мы сделали вот там. Вот так, отлично. И тут вот сделаем вот, как бы, крышу, можно сказать. Это не будет тут два этажа. Вот это вот так. Да. Вот сейчас, вот что я думаю... Нет, хотя, в принципе, нормально. Вот тут, наверное... Хм. Нет, ребята, вот что мы хрен... Вот что я хреново сделал. Это я уже понял. Вот тут мы вот так делаем, да, чтобы было вот так. Вот что я хреново сделал, это вот это. Как бы, ребята, я извиняюсь, но вот это я действительно хреново сделал. Без вот этого. Как бы вот это нам, вот этот, это место, ребята, это нам нужно, я извиняюсь. Я просто забыл, я думал, вот там место есть, давайте мы там что-то сделаем. Оказалось, нам вот то место нужно. Да, вот тут я забыл один уровень поднять. Или я его сейчас убрал случайно. Так, ну, в принципе, вот так, ребята, места у нас уже тут хватает. Сейчас. Тут мы вот делаем вот так, чтобы скрыть вот то. Ну, глину, да. Тут, сейчас, ребята. Сейчас давайте еще вот... Нет, вот так нет. Тут что мы делаем, ребята? Тут мы делаем вот так ступенечки. Отлично. Тут тоже. Вот так. Тут, ребята, давайте-ка мы сделаем... Нет, вот тут мы вот так уберем. И вот тут тоже. Тут, ребята, я, в принципе... Ой, дождь пошел. Так. Ну, дом красивый какой выглядит, мне кажется. В принципе, действительно такой более-менее красивый. Тут мы, наверное, если, ребята, все-таки сделаем... Нет, вот... Вот так. Тут мы сделаем, наверное, какой-то джакузи или бассейн, что-то такое. Тут сейчас главное убедиться, что тут не капает. Если будет капать, то это хреново. Нет, не капает, отлично. Идем вверх. Вот такой у нас бассейн получился. Тут мы делаем вот так, полублоками. Отлично. Тут вот так. На один отступим. Тут точно вот так, как с той стороны. Вот так. Отлично. Тут, ребята, я даже не знаю, что тут можно... О, тут давайте еще вот так сделаем. Для красоты. Тут... Сейчас. Пускай оно будет вот так или вот так. Как думаете? Я думаю, вот так, так как это вот закрывает вот это. Вот так пускай будет. А вот тут, ребята, мы сделаем... Небольшое такое окошко. Вот так, отлично. Так, извиняюсь. И сейчас, в принципе, как-то вот так можно, я думаю. Вот так, да, чтобы не было тут пустого места, как бы. Тут у нас 1-2, а тут у нас 1-2, да.
Отлично. И вот тут точно так же. Да. Тут, ребята, тут, ребята, тут, 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 тут. Тут давайте-ка мы сделаем как-то вот так. И, в принципе, я думаю, можно еще тут немного дизайна поставить. Вот так. И вот тут давайте еще. Я вот это не знаю, сейчас будет красиво или нет, но давайте попробуем вот так. И давайте тут дерево посадим. Я в курсе, что это уже слишком. А вот это что за дерево? Я его, если честно, даже никогда как-то не видел или видел. Но я, в принципе, на этой версии не так уж и много играл, ребята, поэтому. Нет, оно как бы даже без текстурок, так как оно, в принципе, новое, да, и текстурок вроде походу даже нету. Ну, как бы из текстур пака, да? Нет, ребят, это дерево мы сюда не будем ставить. Я понимаю, дерево это уже слишком на крыше, но все же как-то попробовать, да, можно. Ух, воу, отпусти! Как-то вот так, допускай, да и будет. Сейчас мы его немного сами отредактируем. Вот как-то, допускай, вот так и будет. Отлично. В принципе, прикольно. Сейчас давайте вот тут поставим вот это все. Вот так. И тут сделаем вот так. Тут, в принципе, тоже вот так можно. Тут нет. Ага, так. Отлично, ребята. Сейчас вот что я думаю. Досечки. Какие досечки? Дай. Вот. Отлично, вот это. Сейчас. И еще не хватает вот этого. Такие лежаки у нас будут, да? То есть, можно сказать, небольшой тут вот этот бассейнчик, да, и вот лежаки. В принципе, дальше идеи у меня, если честно, уже и нету, что можно вот тут поставить. Вот, пускай это вот так тут будет. Что вот тут можно поставить, хотя тут, в принципе, тоже места уже не так и много есть. Вот тут, в принципе, нифига и нет никакого места. Вот так пускай будет. Чтобы можно было вот сюда выходить. Так, тут под деревко так засесть, да. Тут, ребята, я уже не знаю. Тут, в принципе, уже и места нету такого большого, где что-то можно сделать. Вот такое небольшое у нас получилось. Тут лежаки, тут бассейнчик такой, джакузи. Тут у нас деревце. И сейчас можно, в принципе, спуститься вот сюда. Двери нам нужны. Давайте поставим все-таки. Ай. Вот сейчас. Сейчас мы это все вот сюда. День. И пускай вот у нас тут такие двери будут, как бы на второй этаж. Да. Тут у нас, конечно, темно, так что давайте вот тут и вот тут поставим мы glowstone, чтобы было место. И давайте сундучки поставим вот сюда. Ну, это уже на ваше усмотрение, ребята. Можете придумать, что вы хотите поставить. А вот сюда тоже может дверь, так как это можно сказать. Сюда, в принципе, да везде можно двери поставить. Так, вот тут, ребята. Ой, это что такое? Что я забыл? Я забыл поставить окна. Вот так. Тут можно вот так поставить. Нет, не вот тут, а вот тут. Ага, отлично. И вот тут точно так же. Вот так. Отлично, ребята, выглядит. Вот что можно. Сейчас. Кварц. Вот он. Сейчас, с той стороны точно так же мы сделаем. Отлично. Возьмем мы, ребята, песок. Поставим его вот так. Воду.
Отлично. Как-то вот так пускай будет. Украшение такое небольшое. Там нет. Вот тут тоже точно так же можно, я думаю. Сейчас, там у нас что? Тут у нас вот так нужно поставить. Хотя, в принципе, это видно не будет, но все же. Че, опять ночь? А, я не то включил. Как-то вот так. Отлично, ребята. Такое небольшое украшение, можно сказать. Что еще можно? О, давайте все-таки, может, попробуем. Точно так же сделать вокруг дома, да? Чтобы, ну, в принципе, поставим вот как его там, листву, да? Чтобы было... Я не знаю, мы сейчас посмотрим, в принципе, будет ли это нормально так или нет. Но я думаю, что будет нормально. Хотя, в принципе, сейчас посмотрим, ребята, что с этого получится. Действительно, ребята, не забывайте строить свои постройки, если хотите, в принципе, действительно можете строить, так как кто знает строить, тот, в принципе, может построить то, что он хочет, если действительно красиво, можете выкладывать в группу ВКонтакте, если действительно красиво построено, то можно потом даже и вашу постройку выложить. Вы тоже потом можете, если что, рассказать про свою постройку, как ее строить, длинно, сложно или нет. Сейчас, давайте вот так. Это мы тоже вот так поставим. Вокруг дома. Сейчас, еще. Вот так. И давайте, может, вот так. О, да, я думаю, так намного прикольнее. Да. Смотрим. Ну, хотя... Нет, хотя пускай будет вот так. Ай-ай-ай-ай-ай. Хотя будет вот так. Тут тоже можно. Отлично. Интерьеры, ребята, я думаю, я строить не буду, так как, в принципе, это уже, можно сказать, на ваше усмотрение. Может, вы там хотите по-своему как-то сделать, может, еще. В принципе, места тут хватает, вот такое окошко. Вот тут я не знаю, что тут можно сделать. Тут уже можете на свое усмотрение. Например, сундук сюда поставить, да, и все. Сейчас, где у нас... Чтобы немного светлее тут было. Было, да. И вот сюда вот. Это уже, в принципе, ребята, по вашему... О, даже открывается, отлично. Ну, в принципе, да, там ступеньки. Это уже, ребята, по вашему усмотрению, как вы хотите. Вот так. Такая небольшая... Ну, не знаю, что это, комнатка, не комнатка. Но... А вот тут, вот... Тут, если мы вот эту стену покрасим, можно сказать, другой цвет, я думаю, это наружу не будет заметно. Вот тут пускай будет вот так. Вот такая комнатка, можно сказать. Тут можно, например, тот же верстак вот так поставить. Нет, это не очень красиво. Вот так, да пускай как тогда и будет. Или наоборот. Ну, это уже по вашему усмотрению, ребята. Можете тут ставить, что хотите. Или вот тут еще сундук какой-то. Фиг его знает. Например, вот так, да, и все. Такая небольшая комнатка. Тут, ребята, уже можете по своему усмотрению строить, что хотите. Можно еще вот так сделать, чтобы не было такого огромного входа, да. Вот тут у нас пускай будет такой вход, какая-то тут диванчик можно сделать, да и все. Сейчас мы как раз, может, его и сделаем. Вот так, например, да и все, да. Вот так. Тут можно, например, столик поставить.
Вот такой столик. Тут, может, картинку какую-то. Ну, какие картины, да, красивые. Сейчас, что там? Ну, в принципе, пускай будет вот это. Ну, ребята, это уже на ваше усмотрение, я говорю. Если имеете нормально так фантазии, да, то можете попридумывать, что вы, в принципе, только хотите для этого дома. Тут все, можно сказать, поместится, мне так кажется. Это такой миниатюрный, ну, хотя все не все, но это, можно сказать, миниатюрный дом. Места тут не очень много, но 3 комнаты. Вот такой у нас отличный получился второй этаж. Дерево вот такая прикольная. Тут лежаки, бассейнчик. В принципе, ребята, мне дом очень нравится. Modern house, можно сказать. В принципе, ребята, я думаю, давайте на этом уже закончим. Вот такой домище у нас получился красивый, мне кажется. Если вам нравится, ребята, эта рубрика, если вы хотите, чтобы мы продолжали строить вот такие дома, то, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Ссылка на группу ВКонтакте, чтобы выкладывать свои работы. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.